Решил-ка я сделать такой тестовый ролик, ребята, с переозвучкой. И сегодняшней нашей лабораторной, так сказать, крысой будет Наруто Гайден. Всем доброго времени суток, с вами Анизоро. Если же вам зайдет такая переозвучка, ну, типа того, какая-то рубрика это, я не знаю, как это назвать, то обязательно об этом скажите в комментариях. Ну а перед этим представляю вам спонсора нашего сегодняшнего ролика. А вы знаете про одну из самых амбициозных RPG-проектов 2019 года? Нет? Ну тогда слушайте. Представляю вам Raid Shadow Legend. Этой игре есть очень много крутых вещей, о которых, увы, я не смогу поведать вам за это короткое время, но хотя бы некоторые подчеркну. Здесь потрясающая сюжетная история, классная 3D-графика, нереально эпичные сражения с боссами и даже PvP-сражения. Более 400 чемпионов. Что мне понравилось, так это расы. Представьте, в этой игре есть оборотник, ящер-люди и многие другие. И, пожалуй, самое лучшее, что нужно выделить, это графика. Конечно, это не основное в играх, но вы просто зацените этот графон, ребята. Напомню, это мобильная игра, вы просто гляньте на этот безумный уровень детализации. Только за 3 месяца Raid скачали уже почти 10 миллионов игроков по всему миру. Мой любимый чемпион это Галек, орк, который выдается с самого начала. Мне нравится его дикий стиль боя, это конечно не трехмечевой стиль Зора, но да ладно. Как по мне, это лучшая RPG игра на смартфоны, но вы не должны верить мне на слово. А просто посмотрите на более чем 200 тысяч отзывов в стори, где у Raid почти идеальная оценка. Игра набирает обороты очень быстро, а новые обновления уже запущены. Вас ждет потрясающая программа вознаграждений для новых игроков, где вы будете получать ежедневный бонус в течение первых 90 дней игры. Так что прямо сейчас переходи в описание под видео и качай Raid только по моим ссылкам, чтобы получить 50 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков. Удачи и жду тебя в рейде. Ну а сейчас давайте приступим. Я желаю вам наиприятнейшего просмотра. Мам, почему с нами нет папы? Как почему? Он же на важной миссии. Нифига он не на миссии, я его вчера видела рядом с Наруто. Мы ему что, не нужны? Я не хотела, чтобы ты так это узнала. Значит, все-таки он любит Наруто, а не тебя? Но почему он и меня не навещает? Вот это жучару я задавила. Эй, смотри. Это был мой жук. Извини, я не знала. Какой извини? Какой извини? Сначала папа, потом жук. Я не могу больше так жить. Что это? А это, друзья, жучары подъехали. Нефиг было выпендриваться. За что мне это? Да забей на жука этого, я вон отца найти хочу. А с Чоджи что-то случилось? А с чего ты взяла, что он мой отец? Посмотри на меня. Я худая и шоколадная, а он толстый, как прогнивший ваниль. Ну да, с чего это я взяла-то? Ну что теперь-то? Стоп, неужели ты моя дочь Сарада? Ну вот, подумаешь, жахнул разок током дочурку, я же любя. А пофиг, пойду лучше к Наруто. Шикамару, заменишь меня сегодня? У меня важная встреча. Опять Саски? Нет, разве это не птица от Саски? Блин. Не умеешь ты скрываться, Наруто. Ну ладно, подменю, только недолго там. Но ты же меня знаешь. Ты нашел Учиха Саски? Да, он принял меня за свою дочь, я спаниковал и ушел. Так и знал, что младший брат Итачи будет тупым. Уж слишком умен был Итачи, все гены себе забрал. Выбора нет, убей настоящую дочь и притворись ею, чтобы подобраться к нему ближе. Понял. Ты кто такой вообще? Учиха Сарада. Нет, Учиха Сарада это я. Что ты такое несешь? А это уже не важно. Сразимся за звание Сарады. А Саски был прав, он и правда похож на Сараду. Но благо я не такой тупой и смогу различить их. Ведь у Сарады есть очки. Наруто, будь начеку. Если он наденет очки, нам будет тяжко их различить. Не волнуйся, я проверил округу, тут нет больше очков. Вы гений, господин седьмой. Ну тогда действуй, Наруто. А ты, я полагаю, Учиха Шин. Зря явился сюда. Папа! Неужели ты тоже мой сын? Но как? Да, я твоя дочь, идиот. Просто испугалась. Фух, слава богу.
Надеюсь, этот придурок не думает, что я не заметил, как он с неба меня атакует. Я разберусь, Наруто. Вот только почему я так медленно его атакую? Ладно, потом выясню. Он что, тупой? Огонь все равно же его заденет. Говори, кто ты такой? Я Учиха Сарада. Да блин, вы что, издеваетесь что ли? Давай уже ваншотнем его, он же двигается как черепаха для нас. Нет, это будет тупо, Наруто. Сценаристам надо развивать сюжет. Понял. Саски, он теперь даже проткнул меня мечом, давай уже ваншотнем его. Нет, говорю же, это тупо. Пусть он еще унизит нас, надо же сделать вид, будто он силен. Так что замолкни и поддавайся. Ай, как мне больно-то. Реалистичнее, идиот. Какой реалистичнее, придурок, вообще-то твой меч мне живот проткнул. Упс. О, ножи летят. Я защищу тебя, Сарада. Папа, у тебя же есть Сусана, почему не использовал его? Мы достаточно уже поддались, Саске. Нет, еще чуть-чуть. Как же бесит эти чертовые жуки, черт вас подери. Ты только что раздавила свою дочь, Сакура. Саске, он обманул тебя, успокойся. Какой же ты все-таки тупой, папа. Я уже привыкла к нему, Наруто. Наруто, дай мне сказать пару ласковых этим тупым сценаристам. Оставь их, они безнадежны, Курама. Короче, ребята, это был тестовый ролик, и если он вам реально понравился, то обязательно пишите в комментариях, делать ли мне что-то типа наподобие этого. Можете даже предложить, какие моменты именно мне переозвучить. И опять же, если вам понравилось, то поддержите видосик лайком и подпиской на канал. Ну а с вами, как всегда, был Анизора. Всем удачи и всем пока.